Чек на полтрэша. Хилы танки тут. Алиса. Хилы тут. Я тут. Погнали. Не забываем бить косты пробудить. И не стойте сейчас слева от трэша. Отходите в сторону печеньки, в сторону скалы, чтобы второй не согреть. Ну. Я, кажется, ДК играть разучила. Полно пламени надо сбежать. А чё у нас ДДшник танчит? Не знаю, дрона мне вроде. Таски, командира, Алиса. Меня там... О, ничего себе, согрели еще. Вот. Это не ДДшник, это чулан. Это откуда трэш вообще? Что-то не понял. С стороны, что ли, ходит? Молодец. Бегать не надо, правильно. Давайте так и будем делать. Погнали сразу. Направить трэш, Алиса вытаскивает командира. Какой-нибудь там хурепал пусть похилит. А лута у нас донатер, блять. Чё? Смотри, какой пусть... донатер, а. Да пусть донатер, чуть жалко. Все, можете врываться в мой трек. По своим станам желательно врываться. Ну или бейте отдельно побудителя, так тоже норм. Отличный маневр. Колокач, напуливай трэш, пожалуйста. Лучше дать маны иннер. А дайте хурепалу иннер. Что может дать? Танчит. О, все нормально. Шваки ФДК у нас, да? АДК. АДК. А, да, какое шваки он уничтожение, блядь. Ах, втором месте, ты чё, ёпт. ДК никогда не будет у танка ГРО срывать. Даже у Протика.
Погнали, вторую пачку зачищаем. Дайте столик маги, пока не согрели там трэш. Давайте, дам 30 секунд. Попить чуть-чуть маги. Тыкните в столик. Спасибо. Эх, мандира. Мне вот вести, да? Да, да, отводи в сторону, чтобы он не кричал, он бафует этих. Остальных крикнем с вами. Я в дерево встану. Саджира, все бьют командира, ты врываешься в мой трек. Кто отъехал, тела покидай, здесь бой не вешается, можно дать. Успеете прийти еще побить. Отъехал, умер. Я вижу, что он. Как всегда, он там всегда отъезжает, блядь. Ну, ты сказал, кто отъехал, я говорю, а думал. Мультирелогается. Добиваем трэш. Он мне звезда, что ли? Чё? А, ничего, я только что поняла, что она мне звезда. Да. Так, добиваем трэш, раздаем фулбафы попавшим. Медвей, спекаешься в танка. Алиса, ты на боссе. Моя первая копия. Медвей, твоя вторая копия. Играем с тобой через правосудие справедливости Лима. На шторм клинков. Ничего. А можно мне квадрат? Можно. Ты квадратная? Так, давайте фул репав. Напоминаю, с метками держим рейндж, словили ослабляющее прижигание, дрочим 8 метров в рейндже от босса и от того, на ком еще кинулось. СС. Можно мне, пожалуйста, это всегда падает? Да, дай ДК, у нас попало, упало в подвес жизни, это нормально, на ДК СС. Так, все, прото, каски, кресты, кулаки на всех есть, чек на пу. Джира, а вот Вара не бафнул точно. А нет, бафнул. Суджира, маленькому уму. Суджира, тут каску. Каску дайте повару. Алиса, иди пуляй, босс. Перед мордой не стоим. Информация специально для Бокруса и отъехала. Вот, которые постоянно умирают под мордой, блядь, этого босса. Будут посмотрим, посмотрим, изменилось ли что-то. Тишину навели. Погнали стекать. Перед мордой босса не стоим, а Лиц поведет его где? Поведет по центру. Так что рассосались налево-направо, рейндж будет проще держать. Хулитон на Винаре. Войд на Медвея, экзек на мне, на Пинто Тимич. Анкил Джованни 8 секунд. Бездействие. И желательно босса не бить со стаками. Почитайте, что они там делают. Ой, забери босса, забери. Все, поставь обратно. Не ту кнопку нажал. Стойте так, чтобы не быть под мордой босса. Когда его танки вести на. Шреддер, мульти, прижигание. Бокру, шваки, чулан, Нижний Новгород, или как там? Лачдан, зэк. Шаманы, которых на танках раскидал, тусуем за спиной у копии, которую
остальные бьем босса или того, кого удобно. процент. Медвей слева там передислоцируйся куда-нибудь. Копию поймаешь. Вон там две совы стоят, точнее одна, будешь там водить ее. По-моему, он меня меньше бьет, когда я его вообще не вижу. Рассказываю секрет. На код этого босса работает скилл паладина в правосудии справедливости, который снижает скорость. Изначально скорость босса 120. Если кинуть эту хуйню, она будет 100. И шторм клинков не будет вас бить вообще, если вы нормально отбегать будете. Кидать могут также ретрики. Патриня, Дэвиды, Бэйр, дайте. Дайте быстрее, а танка хилит. Прожмись, Алиса, отдай прожимку массовый на Медвей, БЗ. Двин, Симану, зарели, бегом. Два инра, бегом, друли. Геру. Бейте босса. Если у Чулана и Нижгород с Бэйра есть, отдайте мой. Видите, я шторм убегаю, меня вообще не бьет. Один раз ударил. Давал Патриния. Нижний Новгород, тогда Бэйр не мост. Но сейчас Бэйр пока не пригодятся. Моса, Бэйр, Муму. Надо добивать. Я ФКшим сразу к дракону бежим. На мне кинули СС, я ни разу не сдохла. Я по тебе два раза зубы сдал. Бафимся на бегу, бафим рогов, друидов, паладинов заново бегом. Перетащи мне в дис, говорит Шреддер. А где ты? Шреддер, я перетащил тебя. Там, кстати, просили ребят перенести ДВС, Лав, что-то такое, короче. Он сидит в канале Пуги. Перетащил ДВС Лава еще. А кто он такой? Регайте ману. А, так, наверное, спекнусь я. ДД, Медвей тоже ДД. На следующего босса обратно переспекаемся. Включаем праведное неистовство. Переодеваем шмот. Пьем ману и чекаю на пул. На боссе-то? На боссе, Алиса. Мульти. Все готовы, кроме мульти. Алиса, погнали. РДДшки, которые по скиллу, можете стоять у озера, только не перед дыханием, чтобы дамажить, когда она улетает. Маги, шипы, локи, солы. Вары такие себе, РДДшки. Что-то у тебя лимон музычка лобает? Нет. Вот, да. Тихо-тихо. Кильт, я посмотрю, кого. Ну, твоя, по-моему. Клыкач, снимай берсу. Забывай, смиряющий выстрел. Роги тоже всегда по умолчанию. Мажьте ядом свои ноги, ногти. Потому что хант может стыкнуть. Ну все, РТД озеро. Стойте, бейте вот здесь. Вот, где сова стоит, видите? Вот тут вот, отлично. Достаете. Метки с рейда. Метки с рейда, да. Крестик, свали отсюда, бегом, бегом. Куда ты в рейд побежала? А, все нормально. Баблану, что ли? На ком там привет?
Тёма, если чё, мы слышим твою музыку. Не слышу Тёмину музыку. Слышно. Очень тихо. А теперь не слышу. Я ему мут дал. Тёма, переспекиваемся с танков. Лица на боссе, мы на трэше. Я первый антифир по лисе закину. Шансунг, ты говоришь? Да. Шансунг первый, Джованни второй, Мультик третий, да и Баттер четвертый. Запомнили? Кинь меня в пати к лисе на этого босса. Ща. Чекнул. Если готовы, Шреддер, экзак, да лис вперед. Антифир первый пошел. Я еще до пола кинул. Жаба, не следи же за фиром. Устрашающий рев. Пошел второй антифир. На танка, естественно. Третий антифир по танку. Да и Баттер четвертый антифир с танка. Бежим на ту сторону, влево на Неадрин. Двое, хочешь потанчить? Ну ты сказал, конечно. Сам тогда потанчу. Алиса, тьму умеешь танчить? Нет. Тогда я потанчу тьму, Алиса потанчит свет. Вот так, по группам, секунду. Меня обратно закинь в пятую. Угу. Так, Реал, по хилам сначала. Ставьте рыбу, да, там, бафайте, кто чё бафает. Я бафаю прота, мидвей, кулаки, Шреддер, каски, твинси, кресты. Так, по хилам. Реал, холи пал и ДЦ я тебя оставлю. Сумрак, два шамана и эрдру. Экзай, Нижегородец, Лачдан. Нижегородец, ты умеешь диспелить? У стенки метки темные. Замечательно. Нижегородец диспелит сумраки. Страхует его только шаман. Экзек или лачтан. Тогда пусть воид страхует его. Лимон. Первая какая-то во тьме? Первая, четвертая? Сейчас я раскидаю и скажу, какие во тьме. Там мелики, весь такое. ДК у нас вообще просто кошмар. Перекап. Ну ладно. Шарпи, знаешь что, закину-ка я тебя в Реал, потому что ты очень много дамажишь.
или нет, или во тьму тебя просто. Там противовес есть, там другой. Это шваки, а не шарпи. Шваки, да. Будет сумраки. Кто у нас там по ДПС вообще клеен? Так, шваки, второй ДК отъехал, ага. Еще раз вместе нельзя держать. Если вы меня ждете, то я пришла. Так, по группам. Так, Алиса. Свет. Тьму, секунду. Блять, куда же закинуть себя? ШП один во тьме будет. Да зачем? Ну а куда еще пихнуть его? Место отъехало. Мосу пихни. Мосу, ну давай. А, мосок вот точно. Вот, открыли рейд, посмотрели. Первая, вторая группа. Это тьма. Вот так. Первая, вторая группа во тьме. Третья, четвертая группа в свету. Хилы вы знаете. Диспелит Шансун Кориал первую и третью фазу. Сумрак диспелит Нижегородец всю вторую фазу. Помогает ему Войт, если что. Если он стыкнет. Метку относим к краю. Ешьте рыбу. Фуги рейд. Наконец-то мы прекратили чешки отдавать волчат. Чекаю на пул. Турбой, чулан. Все готовы. На меня на пульте, а, да, на меня на пульте кто-то молится. Давай ты потанчишь в реал. Сейчас я дерну, заберешь с меня. Все. Ты готова, Алиса, готова? Да, да, да. Так, знаю. Отлетай, забирай. На пул, пошел на ДК. Все, держим, так, стоим. Так, сумраки. Что у нас там, блядь? Поставлю метку на мосу. По коту будет ориентироваться. Смотрим, метеор убежали метеоропады. Первой метки не было, что ли, да? Или это просто... Нормально. Ты же звезды не подходи, пилики. Надо на себя черепок поставить, чтобы... Вот. Ближе черепка не стоим, милики, слышите? Муму выноси. За спину, под морду не беги. Диспелли, кто там, Джованни, да? Да я с диспелли. Угу. То есть вся может диспеллить, диспеллите сами у стен. Теор, приготовились. Куда убежали? Вот теперь побежали. Правее встали. Шваки выноси. Шваки, выйди с рейда, да, убегай. Заходите меня, бегом. Кто дошел до танка? Шваки. Что, дурачок, что ли? Что? Заходим все. Слева встаем. Шаман. Ну, ты тоже туда заходишь, нет? Уже ранее экзак выносит. Команды заходить не было, просто не знаю, что ты заходишь. Лезвие будут. Геру дал, молодец. Лезвие нормально. О, минус боку, да? Ну ладно, Андреал, выйдите, поднимите. Сейчас его переставлю чуть-чуть. Уже ранее выносим, он. И все отойдите, с печенку, отойдите, я повернул. Вот так вот, отлично. Турбойс отъехал, да? Ну, вариал, выйдите, поднимите турбойса, поднимите шваки, поднимите бокус. Один БР будет, БРните турбойс. Вот стойте там, где стоите. Нормально, стабилизировал дракон. Мульт уход в тень.
дал сальву тебе. Кирогу, это сам Детрикс и мозг пожирания. Пусты вернуться, лезвие, 6 секунд. Блять. Пиздец. Ложимся, я рак. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Если во тьму кто не сдал. Он тут. Зайдите, да, кто не заходил в одиннадцатый. Все умерли. Тупой дракон, блин, ставлю сбоку, все равно лезвие как-то по-сраму появляется. Ой, ты его же вроде, если ставишь вот жопой вот к этому дереву, к правому, у тебя лезвие появляется слева от плеча, разве нет? Или да, я гоню? Лезвие исчезает, в следующий раз оно появится там же. Поэтому первый раз смотришь, шарик будет либо справа, либо слева от дракона. Если он будет справа от дракона, то ты будешь догонять лезвие. Если он будет слева от дракона, то ты будешь убегать от лезвия. Ставишь как тебе удобно, где исчезло лезвие, там в следующий раз оно появится. Да, чулан, там еще момент был, видишь, до меня зашел вар, вот, и он уже был не на центре. То есть я как-то постарался его поставить, поэтому, блядь, кривотня вышла, не получилось, короче, вытащить. Ну ладно, бывает. Давай к нам, подходи, вар, бафаемся. Тимон, можно это, минутку? А у кого там аура кастеровская, освободите, а себе заберите там на тьмы или огня, не знаю, мне просто... У меня броня. Я себе возьму, наверное... Так ее я оставлю, что? Дайте просто кастерскую мне. Кастерскую отдайте, у кого? Хулипала, отдайте кастерку. Третья аура. У меня огня стоит. Шредер. У меня броня. Или нет? Шредер. Алло, прием. Поставь метку для ориентира себе на центр. Его. Звездочку. Столб сейчас. Ну, погоди. Столб воткни, чтобы был ориентир, чтобы можно будет, если что, переставить. Отдали тебе, нет? Там вот, я понял, надо ставить, чтобы лезвие ушло, ушло слева. Не-не-не-не-не. Поставь это вообще какой? По центру босса. А, ты для пула-то, я понял. Самый центр босса. Центр красного кружка. Вообще. Ориентиры для тебя, если кто-то этот, как вот, сдвинет его. Угу, все поставил. Синий можешь убрать. Че, Вися, тебе отдали ауру, нет? Да. Чек на пул, доедайте рыбу, кто не доел. Можете попить фласки. Винар, Шансунг, Мидвей. Алиса, готова? Угу. Я гуляю. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Хорош. Далеко, ну посмотри, ты жопу уже привела на эту самую, на желтую метку. Один таун поближе, потому что подошла, дала 2 ЛП и все. Там достаточно, чтобы он развернулся и сделал шаг. Пошли от босса. Приехал в метку. Езжай с метки. Метеор уходит. Его поставить ровнее или нет? Да стой уже, не надо. За черепок отходит. Муму, выноси. Отходим чуть-чуть. А, вот, теперь к уху убегаем. Видите, близко стоите, вы отрезаете хилов, которые дальше стоят. Ну, стойте так, чтобы на границе лужи быть своей, отъехала. Переходка 2%. Никто не заходит до команды. Где вы захожу? Я. Заходим. Пойдем слева от дракона. Слева дракону, на пулы отдать. Бусты пока не жмите свои. Герку.
Роги ханты на полосе отдали. Играем. Мангал выносит. Чуть не туда даже. Без пыл. Так вот, сейчас ебаное лезвие будет. Ага, одна секунда, и оно кастуется, блядь. 3, 2, 1, приготовились крутиться, кручу, верчу, наебать хочу. Бежим. И теперь все идеально. Экзот выноси. Хорош. Турбой, сало, подожди, не срывай. А у тебя 2 сали, боб дали вообще. Скажите, когда 1%. Да, скажу. Двигаемся, смещаемся, быстрее порежетесь. Ой, дракон. Да и баттер выноси. Уже вынес. Сжимайся, Алиса. Кидай лужу в центр. Кидай лужу же, готовь там, чтобы дракон вылез. Выходим в портал, который на луже, только не утоните. Шрайдер, не заходи в портал с меткой, вынеси, молодец. Диспель у тебя. Остальные крутимся. Чуть подтяну его, все-таки он кривовато, сунок стоит, педрил. Инсунг, метка, в реале. Сам себя. Метеор там у вас. Не умираете. В реале берните. Бокус выноси, в реале берните, экзеку маны залейте, экзек, когда скажу, зайдешь в сумрак. Заходи. Ох, не вовремя сказал, ну да ладно. Чуван, огонь, выноси. Отходите от лезвия, что вы там уже потрётесь. Муму, выноси метку. Диско, Муму. Это будет засечено. Чё-чё-чё? Сейва есть пока, у меня 4 сейва, двоих не кипишу. Тут жучок отдал. Сфера движу, это крутимся. Турбойс, экзек, выносим метки свои по реальности. Экзек, захильте быстрее. Так, клык отдал. 2 деф осталось. Дал бы за 1 деф. Муму выноси, лезвие осторожно. Чулан выноси, крутимся. Метеор. Твин, свиданёк. Ой. Бетимон. Пиздец. Отойдите немножко. Понял. Всё, добиваем. Вы живы, Твин? Да. Да. Экзакт, вы на... Да всё, добили, бой. Да, шваки, стопни ДПС, шваки, стопни ДПС чуть-чуть. Желание, метки. Да. Лезвие. Ай-яй, лимон. Ты ловишь лезвие очень много. Пал. Убили. Согласен, сегодня не мой день. Чё хоть упало-то, покажи. Пояс, чешка, плащ. Ну, погнали, пояс, это самое, шаманы. Чё кому Холи надо? Холипал. Твинси, экзек. Твинси, но это кольчуга. Видите, он как? Бис, это бис на холипала пояс. Это предбисовый, да, он и шаману, и хпалу предбису. Дают твин. 7 ГП. Спасибо. Окей. Тринька на медведя, и кому вообще нужно это говно? Мне не нужно. Если что, на распыл медвея кидаю. Кидай на распыл медвея. Да, и за 10%. Бля, и плащ горящего заката. Можно я пород? РДДшки.
Так, кто у нас? Шансун, Манга. Давайте, прожимайте. Таблица ездит. Не знаю, вроде даже иконку сделал. Сунг 16, Чулан 16. Чулан у нас сова, да? Звездная конь, 9 КДП. Не знаю, нормально, нет. Отдаю Чулана. Все, всем спасибо, извините за то, что дрочил. Нет, сейчас начислю. Стоп, 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 не лезь. Сколько у нас там? 500 за него, да? Да какой 500? 800. На, 800. Поднимать, кстати. 800, начислите ЕП. Да хуя. Матидан покинул группу. Он сам себе начислит, все. Начислил ЕП, всем спасибо. Уложились даже... Бля, нихуя, вы в 45 минут уложились. Вот это да, молодцы. А что ты говоришь поднимать? В смысле поднимать? Медведя. Просто на виклике у нас косарь уходит. А чё, мастер, давай, пока время есть, сразу целка 10 лёп, пока не все разошлись, не? Чё, вот, видишь, лезвие ловлю, старею, ебать, нахуй. А чё, ты предлагаешь косарь? Или больше? Ну да, так же косарь поставить, как и за это, да и всё. Смотри, ну... Давай. На следующий. Либо на виклик этот... 800, а за РС-ку 1000. Да, можно так, кстати, делать. И будет нормально. Кто там прописывал поменять? Труба, поставь порт. Не знаю, я иконку этом поменял. Ну, нормальная иконка. В смысле, а чё я стал ниже приворот, чем отъехал? За что вы не начислили мне? Или начислили ВП? Журнал. 800 ЕП, рубиновое святилище. Ну, наверное, потому что Алиса у него, смотри, у него ГП 0. А у тебя 1800. Я знаю, но 1300. Он минут 10 назад был ниже меня. Ну так правильно, у него ГП 0. АР больше. Больше? А ЕП это больше стало? Прикинь? Нет, он минут 10 назад был ниже меня. ЕП начислили? Сейчас? Ну. И вопрос. Так мне тоже начислили. Ну так, а наверное, потому ГП что есть. У тебя ГП, а у него-то нету ГП. У него так, не на что. Этого не было. Да, но у него не на что делить по факту, то есть, а у тебя есть на что. Ему добавили, ему это ЕП дало больше, чем тебе. Господи, намного, поэтому он правильно вырос. С процентами познакомься, я не знаю, блядь. Типа там математика, короче. Ты делишь свои 32 тысячи на ГП 1812, а он 9 тысяч делит на 500. Шаришь, нет? Да не, Алисе просто ГП дали. Касается. За что? Блядь, опять у меня залагал. За что? Ёпка, они... Ёпка, такую бычку без ЕП. Кто хочет, плюсуйте в гильчок. Я пас, всем спасибо за рейд.